Так, идем. Тут какая-то школа, видимо, рядом или что. Это спортивные площадки. В баскетбол можно играть. Там печеньки какие-то. Наверное, школа. Я подозреваю. Идем уже в магазин, идем уже. Can you cut it? No, no. Так, сейчас. Вот такие вот фиты тут. Фордики по 6 кун. Так, ну, здесь какие-то печеньки. Как обычно. Колбаса всякая. Разная. И сыр. Это уже не гаубис, это другое. И вот еще есть вот такой вот пирог. Вот такой вот. Вон еще хлеб. Хлеб. Вот режут вручную все. Так, здесь есть яблоки. Короче, я взяла арбуз, персики какие-то вот. И... Может, еще что-то. Огурцы 8 кун килограмм. Перец вот такой вот зеленый, 9,50, наверное, килограмм. Thank you.
Вермишель есть, даже других круг нет, чипсы, мороженое, алкогольные напитки, все. Называется, я думала, либо сика, либо кика, а, кикла, сикла, короче, без консерватора. Так называется молоко. Вот это получается по евро, а это чуть-чуть дешевле. Лесняк, то есть лесной орех. Сыровый, это значит, наверное, сырой. Сусеня, это сушеный, наверное. Сусеня без костичи. Без косочек сушеный. Это что у нас? Печеные сланы. Наверное, соленые и печеные. Так, вот. Чипсы слановые, понятно. Вот какую-то карлобачку. Вот жучку. Ой, я такие названия не умею читать. Как видно, нам местная. А я в Крой лагер. На немецком. Половинки арбуза, салаты. Вот какая-то фруктовая нарезка. Холодный кофе, мороженое. Вода. О, даже это. Короче. Никто. Сладости.
Вот какая-то вот местная шоколадка, Бруналист. В основном все стандартные. Милка, Рафаэлло, всякие круассаны.